Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в приманочку на сером 1 Хулиплей. Первый сер, моник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, сегодня у нас очередная новая серия. И обладно, пацаны, будет годный контент. Поэтому надеюсь на ваши лайки. Давайте будем максимально активными. Я стараюсь пилить для вас годный контент. И сегодня, я думаю, вы, ну, немножко так охуеете. Но это нормально, пацаны, это нормально. Итак, как вы догадались по названию ролика, то, что мы снова обновили наш автопарк семейных машин, как бы, да. Чтобы понимали, мы на новые машины за 2 дня потратили 30 миллионов, пацаны. 30 миллионов за 2 дня потратили. Откуда деньги были, я, в принципе, рассказывал в предыдущей серии, где мы покупали Lamborghini, Lambo покупали и купили 2 этих, как его... 2 крузака, короче. Кто не смотрел эту серию, то обязательно посмотрите. Но недавно, буквально вчера, мы купили, короче, еще 2 новые машины. Сейчас я вам их покажу. Итак, вот эти машины, 2 новые, которые мы купили. Да, пацаны, это Mercedes E63 AMG и Mercedes Maybach. Mercedes E63, это вот этот. Вот это Mercedes E63, он стоит 5 миллионов. А вот, короче... Парни, давайте не сейчас. Я серию записываю. Давайте позже, пожалуйста. Ну блин, я же снимаю серию, зачем мне мешать? Ну серьезно, я тебе даже паспорт не показал. Да не трогай ты машины, машины на место. Ну не надо меня вязать, ё-моё. Ну пиздец. Ебать. Я ебал просто. Минуточку внимания, хочу представить бизнес моего друга. Его бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Найти его можно легко. Он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS. 6-й раздел, листаем, 27-й бизнес. Вот. Спортзал «Качок-петушок». Здесь вы можете изучить разные стили боя, а именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя. Самый лучший из них — это кунг-фу и удар с локтя. Также вы можете драться на ринге на деньги. Вход, конечно же, бесплатный, приходите и тренируйтесь. Итак, короче, продолжаем. Как видели, меня повязали в ФСБ. Я отсидел, короче, и вот продолжаю дальше, короче, записывать. Доснимаю серию, так сказать. Ну, блядь, серьезно, я вот нормально попросил. Дайте я досниму видео, и, блин, они бы меня посадили. Я серьезно, я бы доснял видео и сел бы спокойно, отсидел бы свой срок. Но нет, блядь, они просто меня повязали и отвезли, посадили. Я сначала нормальному, потом они уже, блядь, меня везли. Меня, блядь, застрял. И, ну, точнее, я как-то влетел вверх, короче, и заморозился, и, блядь, где-то минуты 2 висел в воздухе, блядь. Потом как-то они меня в машину обратно запихнули и посадили. Я, конечно, мог съебаться в дом, зайти, и хуя бы они сюда зашли бы. Но, блядь, я хотел по-нормальному, но, видимо, попались какие-то плохие ФСБшники. Ладно, хуй с ним, короче, пишем F-меню. А, управление транспортом, список. Список. Вот, Ешка, короче, сейчас. Зареспавнить. И, короче, Maybach. Так, на чем мы там остановились? Короче, чуть не нажал продать, блять. Так, зареспавнить. Короче, вот, купили E63 Maybach, как я говорил. Maybach 110 миллионов, E63 стоит 5 миллионов. Откуда бабки взялись? Сейчас вам покажу. В меню пишем информация. Все внесения. Так, вот мне подписчик Александр Маневич, я вроде правильно читаю, подарил 6 миллионов, это он подарил лично мне. Ну, а я решил уже потратить деньги на ФОМУ. И вот Джонни закинул ляма, добавил на Maybach, короче. Я продал Ямаху, и вместо Ямахи я, короче, взял Maybach. Многие меня спрашивают, типа, блядь, нахуя ты купил Maybach и так далее.
Блин, я хочу, чтобы нашей Фомы был самый лучший автопарк. И надеюсь, это у меня получится. Осталось только субарики. Ну, вместо субариков что-то купить. Мы планируем вместо субариков, короче, купить, получается, два Санкинга. Я думаю, это будет круто. Вместо субариков будет два Санкинга. Автопарк у нас уже на 40 миллионов получается где-то, поэтому... Как-то так. Так, давайте спросим, что. Да, дружище, видос. Вот, Майбах я купил и Ешку, короче. Ну, короче, два Мерседеса, грубо говоря. Только один Мерседес стоит 10 миллионов, а другой стоит, получается, 5 миллионов. Ну, две тачки мне очень даже нравятся. Мерседес, конечно, тоже красивые, и Бэхи красивые. Так, что он там пишет? Передай привет, передаю привет Егору Мершавке и Мише Погорилому. Погорилому, ну да. Все правильно, так, передал. Все, я передал, короче. Давайте прокатимся на Майбахе, потому что, ну, Ешка, блин, вы знаете все. Вот Майбах, ты на Авроре живешь? Да. Ну, это он за реальную жизнь спрашивает, если что. Так, поехали, короче. А то Е63 это такая более машина, какая всем доступна. А вот Майбах это такая, знаете, корова, блин, дорогая. Реально, смотрите, как он длинный просто, это пиздец. Извиняюсь за лаги, потому что что-то вот именно вот здесь подвисает пиздец. Так, я отъехал, чтобы FPS у меня был 90, а не, блядь, 60. У меня где, короче, блядь, я туплю жестко, короче, где особняки, у меня там FPS 60. А, я думал, это моя, а это кто-то арендовал, походу. Ну ладно, похер. Короче, как бы там подвисает, поэтому я решил отъехать. И, ну, тачка реально тоже прикольная, блин. Вот как у нас автопарк, чтобы подробно вы могли посмотреть, управление, список. Вот, у нас, короче, два Лансера, два Субарика, М5 и 60, Ламборгини, два Крузака, Е63 и Майбах. Я думаю, это вполне себе годно, но все равно нужно будет купить еще новых машин. Пока что будем копить, как бы копим за счет бизнеса. У нас сколько лежит? 800 тысяч. Санкинг один стоит 4 миллиона, но надо будет сразу два купить. Это если продать два субарика, это будет 2 миллиона. То есть нужно еще как минимум... Ну еще лям, я думаю, уже будет, потому что бизнес нормально несет. 3. Так, и надо еще будет 5, получается, да. Да, еще надо будет... Короче, надо 5 лямов. И мы покупаем два Санкинга сразу просто. Но я думаю, это будет где-то через недельку. Возможно, бизнес нам принесет 5 лямов, и мы купим 2 Санкинга. Либо Ваня подкинет бабок. Потому что у него тоже бизнес есть, свой спортзал. Поэтому будем копить. Возможно, кто-то из нашей Фомы тоже подкинет бабок. Я тоже буду зарабатывать на дальнобойщиках, либо еще где-то. Тоже буду бабки закидывать. Ну, как-то так, короче. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ну и всем пока-пока.